сказать о том, что Христос родился, чтобы каждому человеку из нас спасение принести. И даже тем, которые руками махают. Христос, Он родился, Он умер за ваши грехи. Он умирал и говорит, не вмени мочи, ибо не ведают, что творят. И сегодня также люди творят, не верят своим, отвергая Господа, и тем самым сами навлекают на себя беду. Не Господь виноват в бедах наших, а мы все сами виноваты. Поэтому Бог через своего Сына показал свою любовь к нам, людям, ко всем. Потому что Христос пострадал, умер за наши грехи. И в третий день Христос воскрес. На праздник Пасху многие говорят, воистину воскрес. Это истинная правда, что Иисус есть живой, что Отец Его оживил. И тем самым подтвердил, что жертва была принята им. И сегодня всякий, кто кается и принимает Иисуса Христа, те обретают прощение и спасение. Поэтому примиритесь с Богом, покайте свои грехи, попросите у Бога прощения. И Бог